Привет, зритель. Я управляю опять с телефона. И Даша подготовилась. У меня есть шпаргалка. Специально посмотрела, что, как, с чего. Короче, это ASMR-обзор того, что осталось после разломления. Есть некоторые позиции, которые я могу вам как бы за определенные деньги отдать, если вы вдруг захотите их у себя иметь в коллекции. Ну или если вы какой-то супер фанат меня и вам очень хочется чего-то такого вот сделанного Лёлей, и вот оно у нас есть. У меня как бы была идея сделать изначально этот обзор парфюмов, то что осталось, плюс как бы случилось то, что у меня небольшое пополнение вот этой коллекции. Но так как сложились обстоятельства, я смогла вот только сейчас, сегодня уже вот в полночь сесть записать это АСМР. А посылка от другого блогера, начинающего, можно так сказать, пришла несколько раньше, чем я села писать. То я все-таки решила, короче, обозрю весь вот этот парфюм, что остался, а те ароматы, которые будут бонусом, как бы пополнение коллекции, они уже будут в ролике не АСМРного характера при обзоре посылки от блогера из Евпатории. В общем, рука потянулась у меня к Evidence, это мой фаворит. Он мне очень нравится, это Evidence экстракты, парфюм и фраше. И да, я сейчас пишу на микрофон пушку и сижу как раз напротив нее. Просто для сравнения звука, чисто, чтобы мне самой понять, как это будет выглядеть на монтаже. Ну, а вы можете потом сказать свои мнения в комменты. Он кардиоидный, в принципе, сейчас должен ловить всю эту ситуацию звуковую очень хорошо. Чуть лучше, чем, допустим, когда он был направлен на АСМР подобного типа с парфюмерией фавориты и то, что я бы хотела кому-нибудь отдать, то, от чего я хотела бы избавиться, допустим, он тогда был направлен и как бы на руки тоже, и у меня чисто при монтаже было ощущение, что звук несколько тише, но как бы за счет того, что он реально кардиоидный, это было сбоку, мой, допустим, голос или вообще сзади. Я не буду очень подробно останавливаться на этих ароматах, потому что более такой конкретный отзыв есть в предыдущем АСМР, но и в других моих обзорах и АСМР, и не только АСМР парфюмерии. Если вам интересно, можете глянуть их. В общем, вот очень стойкий аромат, пудровый. Аналог, можно сказать, аромат-аналог есть в Avon Prima, и он у меня есть в коллекции. Также у меня есть парфюмерная вода, либо туалетная, точно не помню. Лимитированное издание Evidence. Прямо отсюда чувствую этот аромат. Мне, в принципе, давно хотелось. О, оно прыснулось, наконец-то. После того, как 3 года с лишним назад одна криворукая блогерша, если расслабля, его испортила, сделав так, что вот крышечка снималась. Я что-то такое с ним провернула, что крышечка больше не снимается, и он наконец-то заработал нормально. Ну, сейчас уже не получается, плюс все-таки снялась. Короче, побывала у меня в гостях одна девица, тогдашняя моя как бы подружка, и я не знаю, что она с ним сделала. Но после ее ухода случилось вот такое. Точнее, произошло вот именно вот такое вот. Особо загоняюсь, как это выглядит будет, но
часами, что она 8 часов стойкости идет, но мне кажется, она более стойкая, чем на 8 часов. Примерно вода Прима. Я знаю, что есть еще какая-то вариация Примы, но у меня только такая. Другую я не пробовала, это мне очень нравится. Я ее покупала, когда еще была представителем Avon. Зеленый. Тоже хотела собрать коллекцию, но к Моргану мы потом подойдем.
покупать. И то, что вот я уже показывала, это Evidence. У Evidence есть еще мужской аромат, вариант Evidence Green. Унисексовый аромат мне, кстати, очень нравится тоже. У меня некоторые, мне кажется, вообще многие ароматы мужской парфюмерии мне нравятся, чисто вот сам унисексовый аромат. Но сейчас у меня унисексовых практически нет, тем более мужских ароматов в коллекции. Просто и Мари у меня будет в обзоре по ссылке от блогера. И Мари Фэнтези. Все три Мари — это подарок от подписчицы Лёли, в разных их посылках присланные. Я не буду обозревать его, ну чисто как аромат. Но мне кажется, в Мари там какая-то нотка определенная есть, что их всех связывает, но какая-то из них, вот вроде даже вот это именно, вообще никак не связана с Мари, именно как с оригинальной. Но мне очень нравится эта вся линейка Мари, которая вот у меня есть, она мне вся нравится. И Мэри Фан, и Мари Фэнтези. Фэнтези. Это Эйва. И Мари Эликсир. Здесь не увидим, потому что темный флакончик.
хорошие ароматы, вкусные. Это, по-моему, даже сладкие. Еще должна пахнуть, он не любит запах цитрусовых.
постаралась и заметила, что бумажная салфеточка, на которой лежали цветы бессмертника, почему-то в одном месте цветы раскиданы, в другом, и так удивилась. А потом оказалось, что кое-кто хулиганил. Теперь у меня в комнате очень сладко, вкусно пахнет, немножко ванилью, я чувствую, сейчас отдает. Внезапно, хотя не знаю, заявлено ли тут ваниль. Эйвон аттракцион сенсация. Очень вкусный аромат. Спасибо Лёле за подарок. Ну и, в общем, он у меня в коллекции. Моноаромат и фраше утро в саду, снятость роза. В общем, человек.
наличии в продаже в Ивраше. Теплый аромат совершает себе по, в общем, сам эликсир. Ну, сам эликсир чисто для меня пахнет пластилином. Потом снятость уже ночная ваниль и ночной ирис, ирис-нуар и ваниль от серии Secret Essence, которая тоже давно уже снята. Причем ирис-нуар был снят еще намного раньше, чем, допустим, на роли, и вся эта линейка Secret Essence в Роше. Удобно держать в руке. Ну, в принципе, это вот именно то, что изначально он был, кстати, Secret Essence, потом вышел в отдельную линейку эликсиров. Подобные флакончики были и у Нероли 30 мл, и у Ирис Нуар, и у Ванильки. И по цвету ванилька была чуть темнее, чем вот этот флакон. Лимитная коллекция, лимитированный флакон с алмазной окранкой на поверхности. Это у нас Evidence. Common Evidence, как явность, и в Роше. Тот самый пудровый аромат, очень стойкий. Я знаю, что сейчас на Ивраше есть другая лимитка, мой Evidence называется. Мон Evidence. Но в принципе они все одинаково пахнут для меня, потому что я разные лимитки и версии Эвика пробовала. Всегда одинаково пахнет. Именно один и тот же аромат. Название флакона меняется, аромат остается прежним. Третьи духи, которые у меня заявлены на ароматы. Но я прям был на форматные флакончики, потому что были еще пробники. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Это Faraway Rebel Avon. Фиолетовый такой. Но он даже больше не сколько фиолетовый. Турмалин, цвет турмалина, камушек такой есть. Холодное время года. По-моему, я им сегодня тушилась перед выходом на улицу, чисто сверху головы спрыснулась. Потому что иногда он ощущается как тяжелый, если больше одного пшика сделать. А у меня есть такая мания, что если духи мне нравятся, я пытаюсь на себя прям целый флакон выкинуть. Ну, пшиков 5, наверное, точно. Еще один зеленый чай, Green Tea, спрей, туалетная вода от Элизабет Арден. Подарок от той девочки из Ярославля. Крайне редко она что-то путное мне дарила из парфюмерии. Чаще было это то. Оно мне сначала понравилось, я им попользовалась, а потом решила тебе отдать. Или мы с друзьями, подружками решили, что тебе это подойдет. Ты ведь как это, ты же всеядная, можешь все, ну, как бы я увежливая очень. Но это не значит, что я помойка, и меня можно скидывать все, что не нужно. После того, как мы перестали общаться по ее инициативе, она нашла себе другую блогершу, которая на деле оказалась очень милым человеком. Хотя я за нее заступалась, но хоть это обзор парфюмерии, просто история в тему. Она оказалась очень милой. Я теперь понимаю, почему у нее от силы 345 подписчиков за долгие-долгие-долгие годы ведения канала. И это не потому, что у нее какие-то дефекты с речью. Это просто такой человек. Короче, эта девочка из Ярика потом нашла себе другую помойку для парфюмерии. Ну вот это мои любимые духи от Элизабет Арден. У меня были одни из первых духов. Это Элизабет Арден, зеленый чай и Биг Мосс. То, что мне дарила мама, то, что покупала впоследствии сама. У меня был такой флакон и 30 мл и меньше. И вот теперь у меня этот, как бы, кто-то может сказать, что это память, и блогер из Евпатории очень хотят. Я не знаю, может, конечно, это в шутку было, не буду говорить, что очень хотела, но писала в комментах чата стрима, что типа избавься от них. Я считаю, что если аромат нравится, неважно, кто тебе его дарил. Потому что если человек перестает с кем-то общаться и отдает, как бы, ну, парень с девушкой чаще бывает так, что отдает подарки, типа вот забирай свои.
Он скорее, он, в принципе, не стойкий. Если вдруг был слышен странный звук, это вот залез на пианино, пока я не могу его загнать. Он пользуется своим моментом, но как бы на пианино я его все-таки не разрешаю садиться, хоть он сейчас и похудел. Именно вот на ту часть клавиатуры. Легкий весенний осень, сентябрьский даже такой. Как заходите на главную страницу моего канала, там есть и вы, при этом подписчик, то вы увидите этот стрим. Можете
Вашим же опять заказом, дорогие подписчики.
осталось.